Судя по всему, прекрасно. Ну что, может, мы потом? Эту песню в конце сыграем. Наконец. Композиция под названием «Степь». Композиция называется «L'istante delle onde», что в вольном переводе означает «миг волны». «Миг волн» на самом деле, но по-русски лучше звучит «миг волны». Сейчас.
А теперь можно вернуть дирижер? Всем не угодишь. Да, всем не угодишь, как сказал дирижер. И вот это я буду смещаться. Он только раскачивается. Феода, ну... Thank you.
Спасибо, друзья. Дальше прозвучит несколько премьер, а именно 2,5, то есть 2 песни совсем новых, а одна из них уже существовала в концертных программах, но она довольно сильно изменилась. Итак, первая песня называется «За море».
не стрели. Следующая песня называется. Дальше прозвучит композиция с названием «Далеком вам 5». Это важно знать, когда вы будете слушать ее. Мама, еще одна! Далеко, 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 дал
Vivamus mia lesbia, atque amemus. Живы, пока мы любим. Вольный перевод. Да, нет, эта песня будет потом. Сейчас прозвучит еще одна новая песня, которую еще никто не слышал. Это стилизация под старинную казачью песню, специально написанная для спектакля в Рамте, который будет в сентябре. Но мы ее, тем не менее, вам сейчас представим. Называется она «Белорыбица». Так, немножко встану, чтобы вас видеть. Ой, бела рыбица, ай, во реке ходила, да с сейчас будет как телемост. Но, видимо, нет. Тогда прозвучит песня. Федя! Федя! Так хорошо, деревянный. Да, да. Алло! Собьемся нарочно не то, злые люди.
велико сколь число поцелуев. А можете?
седьмой сказать. Да, так, наверное, будет удобнее. Спасибо. Спасибо. Теперь моя очередь петь. Дорогие друзья, большое спасибо. Давайте еще раз громко поаплодируем прекрасному исполнителю Петру Наличу и симфоническому оркестру. Она бис. Когда вы так аплодируете, у меня причастие, у меня ощущение, что я тоже причастен к этой прекрасной музыке. Тогда, пожалуйста, друзья. Итак, дамы и господа, у нас должно быть уже готово прямое включение. Раз не работает до сих пор мой микрофон, будьте добры, включите. У нас должно быть готово прямое включение с садом Эрмитаж для того, чтобы мы могли организовать наш флешмоб. Флешмоб добра, который мы затевали. Приготовьте все свои браслеты, пожалуйста, которые вы получали в течение дня, даря деньги на благотворительность для больных детей, для того, чтобы мы могли позаботиться о них, для того, чтобы фонд помощи хосписам «Вера» принял участие в заботе об этих детях. До сих пор не работает микрофон. Ну что ж, ничего страшного, я думаю, нам это не сильно помешает, потому что мы обнаружили, что даже когда микрофон фонит, можно потом прекрасно спеть, да, Петр? Итак, дорогие друзья, давайте сейчас посмотрим на экран. Там как раз сейчас выступает группа Термейтс и Антон Беляев. Они должны уже закончить свое выступление для того, чтобы два наших парка, сразу парк Перовский и сад Эрмитаж, объединились в едином порыве для того, чтобы сделать одно простое, но общее дело. Один небольшой флешмоб. Итак, сад Эрмитаж. Сад Эрмитаж, вы нас слышите? Нет. У вас очень хороший слух. Итак, сад Эрмитаж выходит на связь. Я думаю, еще займет это, наверное, одну минуту. А пока... Вот, видите, они нам передают как раз трансляцию с выступления группы Термейтс. Как там у нас дела? Налич готов уже? Сейчас, сейчас мы все решим. Сад Эрмитаж. Итак, дорогие друзья, у нас на прямом включении сейчас должен быть парк Перовский и долгожданный флешмоб. Я думаю, Антон Беляев и группа Термейтс зарядит сейчас своей энергией Перовский парк после выступления Петра Налича с вами. Они видят прямую трансляцию вместе с нами, также подпевают и танцуют. Итак, есть ли у нас прямое включение из парка Перовского? Сад Эрмитаж, здравствуйте, мы вас прекрасно слышим, но, к сожалению, пока не видим. Вот немножко у нас пропала картинка, но вы нас видите, сад Эрмитаж? Мы видим парк Перовский, вот отсюда мы не видим ничего. Как бы скажите нам, есть ли на связи у нас парк Перовский? Да, отлично. Итак, дорогие друзья, наш долгожданный флешмоб. Давайте достанем наши цветные браслеты. Парк Перовский, вы нас слышите? Да, сад Эрмитаж, мы вас прекрасно слышим. И мы просим всех посетителей парка Перовский достать свои браслеты светящиеся. Надломить их, кто еще не успел этого сделать, чтобы они засветились как можно ярче, и поднять эти браслеты в воздух. Будьте добры, сделайте, пожалуйста, это парк Перовский. А мы обращаемся к вам, сад Эрмитаж. Как слышно? Итак, есть ли браслеты? Вот, всех есть. Поднимите руку. У Антона нет браслета. Кто готов дать браслет вот из зала? Я готов. Сразу смотрите, Антон. Бросают браслетами. А желтый нужен? Нет, желтый... Да, вот так мы делаем. Итак, дорогие друзья, давайте как можно выше браслеты. Все вместе. Ну и продолжаем наш концерт. Наш мой продолжаем. Итак, давайте все дружно, громко прокричим «Ура!» и помашем нашими браслетами. Друзья, я вас слушаю. Сад Эрмитаж, мы с вами. Мы здесь, и мы делаем единое дело во имя добра. Парк Перовский, давайте дружно поаплодируем Петру Наличу и симфоническому оркестру. А мы продолжаем наш фестиваль «Добропарк». Петр, спасибо вам огромное. Приятно.
было завалено так и вас слушать. С удовольствием, дорогие друзья, мы споем одну песню на бис, но мы хотели спеть еще раз песню «Бури». Так мы только что ее освоили. Мне кажется, она у нас хорошо получается, и сейчас мы ее вам сыграем. Наш любимый размер.